Куда чаще аварии происходят на дорогах Иркутской области. В большинстве случаев виноваты в этом люди, которые совершают необдуманные маневры. В нашей традиционной подборке нарушений покажем несколько примеров неадекватного поведения за рулем, которые, к счастью, не привели к ДТП. В этот раз смотрим. Секунды решают все. Видимо, таким девизом руководствуется водитель черной иномарки. Он решил не стоять в общем потоке и за несколько метров до нужного поворота выехал навстречу. Все бы ничего, вот только автохам пересек сплошную линию. К сожалению, дурному примеру последовали и другие участники движения. Ну а эти автомобилисты вообще решили объехать пробку по тротуару. О том, что на плотине Иркутской ГЭС не всем водителям хватает терпения, знают все. Но эти шоферы просто побили все рекорды наглости. Мало того, что машины выехали на пешеходную зону, так еще и одно из транспортных средств едва не наехало на велосипедиста. Нередко нарушителями спокойствия на дорогах становятся водители внедорожников. Вот отличный пример. На перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, и все машины, не торопясь, начали ехать. И только владелец пикапа рванул навстречку, чтобы оказаться на другой стороне проезжей части. Маневр неоправданный, рискованный и незаконный с точки зрения правил дорожного движения. Если вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео, самые интересные покажем в эфире.